Цена только сегодня! Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене, действительной только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение дня. Обогреватель «Картина». Представляете, как такое возможно? У нас, знаете, вот сейчас осень, сейчас у нас стало холодно, не везде еще включили отопление. И вот в прошлый раз, в прошлом эфире было продано 7500 таких обогревателей «Картин». Поэтому специально для вас мы сделали специальную цену, чтобы каждый смог согреться и наполнить свой дом уютом и теплом. И обогреватель «Картина» представлен сегодня по самой лучшей цене — 1499 рублей. 1300 рублей сегодня скидка. И только посмотрите, какая у нас роскошь. Но ведь это еще не все, что Юля для нас подготовила. Да, правда? Большое количество сюрпризов. Если раньше мы представляли вам всего 11 вариантов дизайнов, то в этот раз 21. Вау. Вы сможете подобрать для любого интерьера, под свое настроение, для городской квартиры и загородного дома огромное количество сюжетов. Я думаю, что сегодня согреются все. Отопление еще не включили, это очень актуальное осеннее предложение. Обогреватель настенный «Картина». Не мерзните больше в своих домах. Повесьте на стену безопасный, теплый, уютный и красивый обогреватель настенная «Картина». И в вашем доме сразу станет тепло. Обогреватель не сушит воздух, не сжигает кислород, безопасен для малышей и животных. Вы прогреете комнату быстро и подарите себе хорошее настроение, потому что это еще очень красивые 3D-картины, которые дополнят и преобразят дизайн любой вашей комнаты. Будет это гостиная, будет это спальня, абсолютно любая комната, кухня и даже прихожая. Слушай, вот я подошла к этой картине и чувствую, как от нее исходит тепло. Вот скажи, Юль, вот средняя комната, допустим, 20 метров, за сколько прогреется с помощью этого обогревателя? Ну, у нас здесь практически 40 нагревательных элементов. Секунды прошли, пока Марина, обратите внимание, задала вопрос. И уже 42 градуса. Я измеряю еще раз на ваших глазах. Быстрое, приятное, рассеянное тепло. 37 проходит секунды. Смотрите, комнату где-то примерно 15-20 квадратов вы сможете обогреть за счет такой картины примерно где-то за 30-40 минут. Уже будет тепло, как от огромного большого обогревателя. Поскольку здесь 40 нагревательных элементов, приятное рассеянное тепло, нагреваются предметы в комнате, и в комнате становится комфортно, а главное, не сжигается кислород. И только сегодня настенный обогреватель «Картина» представлен по специальной цене. Ведь только сегодня у нас цена составляет 1499 рублей. Вы сегодня получаете скидку 1300 рублей, но при этом еще экономите и на доставке. 199 рублей у нас фиксированная доставка. Все детали уточняйте у наших операторов. И ты знаешь, Юль, ну, конечно же, у меня дома есть обогреватели, и раньше были обогреватели. Во-первых, всегда сушили воздух. И даже ветерок этот я включаю, когда моментально, мгновенно высыхает воздух. Вот как у нас с этим обогревателем стоит? А он у нас с инфракрасным излучением. Такой обогреватель абсолютно не сушит кислород, абсолютно не сушит воздух в комнате. Приятное сухое тепло, и при этом для аллергиков, астматиков абсолютно безопасен наш обогреватель. Это главная его основа. Он полностью защищен. Вы в абсолютной безопасности. Вы получаете подобие солнышка осенне-зимними днями в вашем доме. Это будет ваше теплое, уютное времяпрепровождение дома с таким обогревателем. Замечательно, если угловая квартира, вы прогреете, сырости не будет, вот этой неприятной осенней. Ну и посмотрите, какие яркие у нас цвета. Это не просто обогреватель, это еще и обновление интерьера вашего дома. И посмотрите, у нас целых 21 картина на выбор. Каждый из вас сегодня точно подберет тот дизайн, который нравится. Огромное количество сюжетов. Это и анималистичные картинки, это и городские виды, прекрасный домашний очаг. Это у нас и морские виды. Мы отправляемся на отдых. Давайте посмотрим, как обогреватель настенная «Картина» выглядит в интерьере, как он впишется в интерьер, как он дополнит ваш дом. Старая Прага, отправляемся с вами в Европу. Есть у нас и православные мотивы, ангел-хранитель. Едем в курортный городок, едем, конечно же, на моря и океаны. Модификация «Лагуна», самая популярная — попугая, а также очень красивая популярная картина на подарок — «Господь Вседержитель». Электрообогреватель настенная «Картина» в детской модификации «Котенок». Малышам возьмите в вашу детскую спальню. Цветы, кто-то будет вспоминать
рассказать о своих дачных посиделках, как выращивали цветы, например, на даче. Очень красивая вариация «Москва», урбанистические мотивы в моде. И мой выбор на сегодня – картина с очагом, очень красивая, памятный, может быть, подарок о путешествиях картина. Корабль, пальмы – это, безусловно, самое летнее изображение. Очень красивый осенний лес, жирафы. У нас огромное количество вариантов, целых 21 дизайн. Ночной город, ракушки на вашем экране. Вы можете повесить в любую комнату. Это будет гостиная, спальня, прихожая, кухня, загородный дом. Вот, например, алые паруса. Вот знаете, мне очень нравится то, что с помощью этого обогревателя вы получаете не просто картину, да, не просто украшение вашего дома, вы получаете невероятное тепло. То есть, посмотрите, дизайн будет радовать нашу эстетическую, да, нашу часть нашего тела, а тепло будет дарить нам невероятные нагревательные элементы. Совмещайте, получайте и эстетическое удовольствие, и тепло в одном. Но у меня сразу же практичный вопрос, Юль, но мы можем же и в детскую ее повесить, да? Но насколько это безопасно? Часто бывает, что от обогревателя случаются пожары. Здесь, смотрите, мы можем повесить даже на обои, которые бумажные, потому что у нас с вами и с одной стороны, и с другой стороны все нагревательные элементы, а их здесь 36, все защищены специальной термозащитной многослойной пленкой, горячая. Поэтому никаких пожаров не произойдет, абсолютная безопасность. Что уж там говорить, я могу полить даже воду, показать вам, абсолютно защищена наша картина. Кстати, уход за ней такой же простой. Вот так вот мы с вами тряпочкой протерли, она блестит и радует глаз. Но у нас еще дети любят порисовать на обоих или картины дорисовать. А еще, знаешь, всякими мечи покидать или что-то еще. А вот насколько она, скажем так, антивандальная эта картина? А посмотрите, даже если ребенок во что-то нарисовал, вы тряпочкой стерли, то есть антивандальная, защитная от разных всяких, там, от воды, от каких-то повреждений, если животные, они тоже не смогут поцарапать. Ну, знаешь, еще, ну и, конечно же, вопрос экономии. Это если важно. Обогреватели, редко включают обогреватели в основном наши жители, потому что это очень дорого. Электричество огромную кучу мы тратим. То а здесь мне нравится, что здесь у нас обогреватель еще экономичный, то есть он очень эффективный, нагревает комнату 20 квадратов за 30-40 минут, при этом, если мы сравниваем с масляным, в 4 раза экономичнее, всего 36 рублей в сутки. Представляете, получается, что мы с вами, во-первых, экономим электроэнергию, мы экономим наши деньги, мы украшаем наш дом, и мы дарим такое нужное нам безопасное тепло. Забирайте прямо сейчас обогреватель «Картина» по цене 1999 рублей. Только сегодня такая цена.